Привет, друзья! Сегодня у нас праздник, к нам приехала новая куколка. А в конце этого видео вас ждет небольшой конкурс. Мы разыграем вот такую кофточку для куколки Блайз. И снова коробка просто в ужасном состоянии, так же как и моя первая кукла. Коробка с моей первой куклой была также очень сильно помята, но эта коробка порвалась, и ее заклеили скотчем. Если вы не видели видео с распаковкой моей первой куклы, то жмите на подсказку или на ссылочку в описании к видео. Но с куколкой все хорошо. Я заказала эту куклу на AliExpress у продавца The Show. Это мой первый заказ в этом магазине. Я выбрала куколку с каре, и у нее двухцветные волосы. Половина головы светло-розовая, а половина золотистая. И также у нее челочка. Еще я заказала фиолетовую подставку. И еще я заказала дополнительную макушку для куклы. Я хочу попробовать сделать парик. В описании этой куклы было указано, что цвет ее скинтона тан, то есть такой же, как у моей первой куклы. Но если сравнить их, то совершенно очевидно становится, что она гораздо светлее. Я думаю, это скинтон цвета нормал, а у моей куклы как раз тан, то есть потемнее. В подарок этой кукле продавец положил мне красную кофточку с надписью Линкин Парк и такие же туфельки, как у моей первой куклы. Но в описании к этой кукле было указано, что в подарок идут два набора рук А и Б. И, к сожалению, рук здесь нет. Это меня очень расстроило, потому что эти руки мне не очень нравятся. Растопырки. Я заказала куклу именно с таким скинтоном, потому что хотела, чтобы ручки подошли для моей первой куклы тоже. Но кукла с таким скинтоном мне тоже очень нравится. Так что я очень довольна покупкой. Всем привет, меня Нюша звать, и я хочу объявить конкурс. Чтобы принять участие в нашем конкурсе, вам нужно, первое, подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео и написать хороший комментарий под этим видео. А призом станет вот эта замечательная кофтулечка. Это красивая кофточка с розовыми рукавами. Я желаю всем удачи и победить. Пока-пока!